Барнаульский школьник участвует в известном музыкальном проекте одного из федеральных каналов. Сегодня вечером покажут первое выступление юного вокалиста. Мы уже не ждем, что проснется принц. Жди! Добрыне Кириенко 7 лет. Он учится в Барнаульской музыкальной школе номер 5. На своей странице в социальной сети ВКонтакте мальчик пригласил барнаульцев болеть за него. Добрыня растет в музыкальной семье. Его старший брат и две сестры тоже занимаются в музыкальных студиях. Мальчик поет с 2 лет. Он постоянно участвует в конкурсах, занимает призовые места. Сегодня после отборочных прослушиваний станет известно, продолжит ли Добрыня участие в телеконкурсе.